Лучшим фильмом статуэтки «Анне» в Чебоксарах назвали победителей 12-го международного кинофестиваля. Картина «Семь пар нечистых» от режиссерского дуэта Кирилла Белевича и Юрия Ильина завоевала гран-при Чебоксарского международного кинофестиваля. Специального приза от главы республики за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве в этом году удостоен народный артист РСФСР Виктор Сухоруков. Лучшим фильмом в конкурсе этнического и регионального кино стала картина «Путь от Аби» из Ямало-Ненецкого автономного округа. Зрители большинство голосов отдали за фильм «Облепиховое лето». В этом году на призы Чебоксарского кинофорума претендовали 28 картин. В итоге дипломы и статуэтки «Анне» присудили 13 фильмам.